Всем привет! Сегодня 12 марта 2022 года. Поздравляю всех женщин с прошедшим праздником, всем мира, любви, добра, здоровья. Хочу сегодня показать полностью процесс, как я сажаю помидоры, томатики свои. Так, вот я заготовила такие контейнеры. В каждый контейнер у меня получается 6 сортов. Все подписано. Так, сегодня у меня уже начинается 47-го сорта. Вчера тоже сеяла. Ну и до этого уже сеяла ранние сорта. Так, вот такая у меня еще коробочка из-под каких-то конфет, где я замачиваю семена. Семена я замачиваю где-то на 20 минут в растворе, который я делала за месяц, где-то месяц назад. То есть водку насыпала елочные, там сосновые. Веточки все такие, еловые, сосновые, пихта, туя, ну все что угодно можно. Вот и заливала водкой, настаивала месяц, и потом в этом растворе замачиваю. Так, у меня здесь салфеточка. Потом я эти семена вытаскиваю, промываю под проточной водой теплой и кладу на салфетку, чтобы они немножко подсохли, чтобы было легче посадить. Так, и вот у меня грунт. Значит, грунт у меня это... кокос. В кокос добавила немножко компоста и добавила вермикулита. Так, и такая вот присыпочка. Присыпочку я делала по рецепту одного блогера. Мне очень нравится, я уже пользуюсь не первый год. То есть тут тоже кокос, побольше вермикулита. И немножко золы, немножко песка и сухой фитоспорин. Вот делаю такую присыпочку. И когда уже... Ну, я буду процесс показывать, как все это будет происходить. Ну, вот. Так, ну вот процесс, как я все это делаю. То есть набираю. И в каждую ячейку так, чтобы они намокли. И потом 10 минут они стоят. 10, ну, 20 минут в зависимости, как тут время получается. Так, ну, по чуть-чуть в каждую. Все, оставляю. И через 20 минут я их промываю под проточной водой и складываю сюда на салфеточку. Так, я каждый лоточек наполняю землей. Земля влажная, но не мокрая. Так, когда ее берешь в руки, нажимаешь, она чувствуется, что она влажная, но в тот же момент она легко рассыпается. Плотненько утрамбовываю все. Почти до самого верха, где-то сантиметр не докладываю до верха, чтобы потом можно было еще присыпать семена. И когда они уже начнут, когда вылезут, там, если немножко перетянутся, можно было подсыпать земли. Так. Потом... Делаю 6. Немножко увлажняю. Вода у меня с фитоспорином. Ну вот, я наполнила. Так, пока что 3 штучки. За это время семена уже продезинфицировались. Уже прошло где-то минут 15. И я начинаю их промывать. У меня вот такая ситечка для чая. Я их вытаскиваю. Кладу сюда. Что-то прилипло. Так. И промываю в теплой воде. А потом складываю
на салфеточку. Так, я каждый сорт вытаскиваю. Сразу в ситечко. Промываю. И кладу на салфеточку. Так каждый сорт. И опять промываю. Так, семена немножко подсохли. Теперь я каждую кучку ложу в свою луночку. Так. Здесь получилось что-то много семян. Так. Сначала каждый сорт просто в отдельную ямку. А потом я беру зубочистку и аккуратненько их тут раскладываю. Все лишние семена, которые взойдут, и мне они не нужны будут, слабенькие, ну, то, что все, что мне не понравится, я их просто подрежу. Как бы сначала, раньше я сажала по 3 семечка, но потом эти семена остаются, лежат, стареют. Ну, решила, что нет смысла, лучше сразу все посеять, зато можно отобрать, какие лучше, какие хуже взойдут, и не переживать, что что-то вообще не взойдет, какой-то сорт. Так, ну вот так разложила. Теперь я их еще раз можно поправить, если что-то водой сдвинулось. Так. Теперь сверху присыпаю присыпочкой. Еще раз сбрызну водой и ставлю в теплое место. Ставлю в такой контейнер, только пониже. Накрываю его крышкой. Теплое место на полу, теплый пол. И на следующий день я уже делаю подсветку. И подсветка эта у меня горит круглосуточно. Пока не появятся первые петельки. Как только появятся первые петельки, я несу сразу в холодное место, где температура где-то 20 градусов. И там уже подсветка 12 часов. Для тех, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Буду очень рада, если я кому-то смогла чем-то помочь, что-то подсказать, кто-то возьмет для себя что-то новенькое. И вот хочу похвастаться своими гномиками. Гномов я в этом году сажала первый раз. Это первая партия, которую я просто попробовала посадить. 6 разных сортов, и все разные. У каждого свои листочки, у каждого свой какой-то вид другой. Ну, интересно вообще, что из этого из всего получится. У меня все остальные гномы, конечно, только всходят, еще маленькие. Всего у меня будет 31 сорт. Одного я нашла буквально вчера и тоже посадила. Так, до этого думала, что у меня 30, но оказалось 31. Ну вот, буду наблюдать за ними. Интересно, что вырастет, что получится. Всем еще раз спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Мне будет очень приятно.